еще что? Или уже все? Еще раз повторю. Что сделать? Еще раз. Еще раз повторю. Ну, это завтра вот второй день как раз будет то, что надо, да? Ребят, ну давайте так, чтобы далеко не ходить, я честно скажу. Ляпки с печи по... Я очень сильно хочу, чтобы каждый из вас завтра с утра пришел с молодым на борщ, немножко похмелился, потом перекурил, а потом у вас будет хороший секс. Вот это я всем желаю. Давайте подарим бабушке люди еще один приз, дорогие друзья, да? Кто за тети люди, друзья мои, подарим приз. Кто за, поддержите меня аплодисментами, пожалуйста. Я думаю, что это был, во всяком случае, самый оригинальный вариант. И, собственно, как я обещал, я честно, я сегодня раздаю призы не глядя, я не знаю, что там внутри, но я очень надеюсь, что это вам поможет. Василий, пожалуйста, поаплодируйте еще разочек. Дорогие друзья, у нас сейчас будет один очень серьезный, очень важный момент. Мне понадобится максимальная тишина в зале и полное ваше внимание. Но перед тем, как мы его начнем, я попрошу... Налейте, пожалуйста, своим партнерам. Прошу вас, поаплодируйте нашим участникам еще раз, друзья, вашим аплодисментам. Ребят, я надеюсь, вы помните, была когда-то такая легендарная телевизионная телепередача, называлась «Угадай мелодию» вместе с Валдисом Пиншем. Я, конечно, больше Пельменш, но ладно. Друзья мои, все очень просто. Нам сейчас маэстро включает какую-то композицию. Вы ее слушаете. Если вы понимаете, что вы знаете эту песню, девочки, я говорю вам, то ваша задача нажать на красивую впереди сидящую кнопочку. Понятно, да? Здесь очень важный момент от мужчин. Парни, как только вы чувствуете, что на вас нажали, кнопка должна сработать. Что делает парень? Он подпрыгивает со стула, ну, в смысле, встает, да, поднимает высоко две руки и громко кричит «Горько!». У нас сегодня свадьба. Так. «Горько!». Вот, вот это было правильно, да? Так, девочки, теперь проверка связи. Все вместе нажали. Раз, два, три. Вот теперь вы понимаете прекрасно, что некоторые кнопочки имеют свойство тормозить. Да. Поэтому нажимают со всей любовью и все такое. Так, дорогие мои мужчины, поймите правильно, пока вы не сработаете, я не могу дать право ответа в вашей участии. Ясно, да? Итак, ну и так, чтобы ни много ни мало, давайте возьмем первая девушка, которая набирает 4 правильных ответа, победила, аплодисменты, призы и все такое. Договорились? Причем, девчонки, давайте так, смотрите, кнопка – это предмет неодушевленный, с ней советоваться нельзя. Ясно, да? Зрители, у меня к вам тоже огромная просьба. Наконец-то папа вернулся. Ну, Паша, а вашу чистку поменяйте! Ну, разве что на Малой Арнаутской. Дорогие друзья, я приехал на веселье, а покаялся. Папа, не молчал, не молчал. Я сейчас хочу попросить немножко вашего, в том числе, внимания. Да. Ребят, я думаю, что вы согласитесь со следующей мыслью. Давайте так, кто меня слышит, поаплодируйте, пожалуйста. Мне сейчас понадобится максимум вашего внимания. Очень важная тема, друзья. Я думаю, что у нас замечательная пара сегодня. Ребята, у них семейный союз, у них сегодня свадьба. Согласитесь, что для того, чтобы такие ребята выросли, такие ребята встретились, должны быть по-настоящему хорошие родители. Вы согласны? Да! Да? Я не слышу. Но... Да! Друзья мои, я более чем уверен, что каждый по-настоящему любящий ребенок всегда найдет слова, или если даже нет сил сказать слова, он найдет возможность поблагодарить своих родителей за все, что они дали им в их жизни. Я хочу сейчас попросить у вас, друзья, максимум тишины в нашем зале и обратить ваше внимание на наш голубой экран, потому что сейчас будет, ну, небольшое...